Война компроматов во Франции не утихает. Сотрудник информационной службы Елисейского дворца утверждает, его заставляли в архивах искать личную переписку и сведения, касающиеся бывшего президента Николя Саркози и его окружения. Кто заставлял, расскажет София Гордиенко из Парижа. Газета «Valeur Actuelle», то есть «Актуальные ценности», давний и весьма голосистый рупор ультраправых. Здесь не дают расслабиться социалисту Оланду. Новость последних дней. Президент нынешний копает информацию на президента предыдущего. И все его рать. Такое признание сделал шеф телекоммуникации и информатики Елисейского дворца. Он отказался, его понизили в должности. Новость весьма странна, если учесть, что еще неделю назад служба Оланда все объяснила и даже справку показала. Мол, в связи с огромным количеством судебных дел, по которым проходит месье Саркози, именно следствие приказало найти касающиеся его записи, а именно медиафайлы, расписание встреч, телефонные звонки. Вообще, в последнее время критики в сторону президента Оланда все больше, а его предшественник Саркози, хоть и увяз в судебных процессах, рейтинга не теряет. Он до сих пор лакомство для комиков. Ну что, как вам тут живется при социализме? В ГУЛАГ еще никого не сослали? О, электричество, я вижу, до сих пор в студии есть. Ну ничего, скоро я вернусь, месяца через два. Забудьте Николя возбужденного, Николя импульсивного, Николя дурачка. Вот сейчас перед вами человек новый, задумчивый и мудрый. Это меня нервирует. И раньше я бы дал вам в морду, но не теперь. Теперь я Николя гибкость и понимание. В любом случае, эти мелкие скандалы пока только разминка. Настоящая битва титанов впереди, когда Саркози лично выйдет на большую политическую арену. А это случится уже в следующий вторник. На французском телевидении запланирован документальный фильм о частной жизни бывшего главы государства, который на самом деле не прочь еще раз пойти в президенты. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».